следующий класс, который мы тоже будем очень часто использовать, это класс row. Для чего он нужен? Взгляните еще раз на наш контейнер. Как вы видите, у него есть отступы. Давайте посмотрим их свойства. Отступы у нас равняются 15 пикселям, внутренние отступы. Запомните сейчас этот момент. Давайте мы добавим еще один div с классом row в наш документ. Вставим его вот сюда. Напишем row. Это переместим вниз. Подвинем так. Сейчас сохранимся и посмотрим. Когда мы добавили класс row, у нас, соответственно, вот эти отступы ушли. То есть у нас класс row сдает отступы минус 15 пикселей. То есть, по сути, этот класс убирает наши отступы. Как вы видите, все очень просто.